Рада приветствовать вас на своем канале 18 соток. Сегодня буду рассказывать о сорте острого перца, который называется Феникс. Сорт острого перца Феникс – это среднеранний сорт. Сроки его созревания от 95 до 110 дней. Сорт подходит для открытого грунта и также подходит для выращивания в комнатных условиях. Растение в высоту примерно 30-35 сантиметров. Плоды растут вверх, по форме они конусовидные. Обилие плодов на кусту. И сразу присутствует большая гамма цветов. Они созревают от зеленовато, бело-кремового, потом становятся оранжевые. И в конечном итоге, в биологической спелости, они становятся красными. Плоды в длину сантиметра 3-4. Гладкие, острого вкуса. Вот так выглядит зрелый плод в разрезе. Толщина его стенок около 2-3 мм. Перец очень сочный, с приятным ароматом и насыщенным вкусом. Вот такой вот перец. По шкале Сковилла его острота достигает от 1000 до 1500 единиц. Вот такой куст получается в объеме. Плодов очень-очень много. Я даже не могу обхватить этот куст полностью. Обилие плодов, наверное, несколько сотен здесь присутствует. На этом обзор перца Феникс я заканчиваю. Заходите и подписывайтесь на мой канал. Буду знакомить вас с остальными сортами острого перца, которые у меня есть.